Всем привет! Видео о покупках. Итак, давайте начинать смотреть. Второй вот такой вот скраб купила я. Когда один закончу, я вот сразу две баночки покажу, потому что сейчас я его не принесла, чтобы показать, что их у меня два. Я тут разложила и впереди, и сзади, поэтому буду сейчас все смотреть, куда как. В конце видео покажу, что я оставлю в косметичке. Вот такая вот палеточка теней от Essence. В общем-то, чуть-чуть меня на подружку повела, на вот эти вот скидочные корзины. Но, если честно, даже как-то вот не тянутся руки. Вот купила, и на этом все. Так, вот эту я так и не поняла, как тут открывается, что я тут сделала. В общем, палетка вот в этих зеленых оттенках из какой-то лимитки. Вот так вот она называлась. Из этой лимитки я купила краб для волос, заколку. Что еще из этой лимиточки купила? Ой, смотрю и не пойму сразу так быстро. Вот этот продукт для губ. Хотела... Хайлайтер он мне не очень как-то. Вот, знаете, редко бывает такое, но все-таки не понравился. Не стала брать маска для губ. Я посчитала, что это просто будет очередная проблема с заканчиванием. В плане того, что продукт не будет пользоваться у меня популярностью. Я, ну, как бы не стала из-за этого его покупать. И румяна, которые проявляются, тоже не стала. Так, вот такой вот еще набор для лица купила. Тут у нас маска для лица, крем для лица и хайлайтер для лица. Я планирую этот набор, скорее всего, взять куда-то с собой. И, в общем-то, возможно, там потратить. От Парисы три пудры купила. Вот такие вот запеченные. Они, интересно, у меня в одном и том же оттенке. Беж. А, нет, беж, натурал и беж. В общем, решила, что... Извините, меня тут прервали. В общем-то, решила, что... В общем, куплю. И все, и купила. Решила попробовать все-таки такие запеченные от Парисы. Скидки. Так, от Диваш. Вот они заклеены. А, тон 02. Тон 02 румяна. Вот такие. И тон 06. А, румяна. Вот такого вот оттенка. Следующее, что... Так как Sephora это покупалась в России тут сейчас, поэтому я не отношу это к люксу. Двое тенюшек. Вот такая вот малышка. Одна. Ей я еще не пользовалась. И вторая малышка. Я вот уже оттенки тут содрала. Ей я пользовалась. Это... Один из моих самых любимых оттенков когда-то был. Только Патина назывался от Urban Decay, по-моему. Вот этот очень похож. А, и вот еще одна тенюшка от Sephora. Тут у меня все заклеено, если честно. Я, в общем, ее не раскрывала. Давайте сейчас раскрою. Ой, как она тут? Девочки. Почему долго не было видео? Потому что у нас дома было небольшое мероприятие. Это была моя инициатива. И, в общем-то, мероприятие, я имею в виду праздник. Ну, как отмечают дома. Вот, я не знаю, как это сказать. Да. Русском. Следующий от Catrice продукт, вот такой вот двойной для бровей, это пудры. И, в общем-то, чуть-чуть некогда было, если честно, что-то и покупать, и снимать, и так далее. Два лайнера для бровей, ой, да, для бровей, темненькие и светленькие, решила сразу два взять. Ну, цена просто низкая, как всегда, у Catrice. Чтобы взять, это очень легко. В общем, так, 85-й, 88-й от Estrade
В общем, вот такие блески для губ. Далее, что тут я смотрю, чтобы еще... Давайте этот хайлайтер покажу. От Essence The Highlighter. А что это? Пудра хайлайтер 3. 03, в общем. Страна Польша. Вот такая вот упаковка. Я, честно, не очень за Essence прям активно слежу. Вот просто знаю, что вот это точно лимитка была. Вот это, не знаю, лимитка, не лимитка. Вот эта лимитка. Так не сильная вот в этих всех лимитках. Вот такой вот приятный оттенок. Далее становится немножечко сложнее. Были мы в Крыму, и там... Мне, ну вот сейчас я вам покажу, только вы не пугайтесь, пожалуйста. Это из-за того, что я перевозила этот продукт в... Ну, в общем-то, я его чуть-чуть испортила другими продуктами. Точнее, я испортила упаковку. Видите, вот тут вот такие подтеки какие-то, сочный персик, крымское мыло. Так, я сейчас попробую открыть. Просто именно из-за того... А, да, из-за того, что сюда... попала вот это. Смотрите, я, видите, тут порвала упаковку. Очень жалко, все-таки это мне презентовали. Ну, там были съедобные вещи, и вот такое вот мыло, и мужу остальное. Ну, в общем, мыло само не пострадало. Такой красивый брусочек. Я его прям в ближайшее использование возьму в применение, потому что мне очень интересно попробовать. Так, из разряда не совсем интересно, но не смогла пройти. Это аромат, который представлен в подружке. Тоже что-то по скидке. Я его уберу из кадра. Так, приобрела маска. Я не знаю, как я ее купила. У меня масок и так много. Я сейчас ни одну не трачу. Вот, кстати, давайте я, наверное, прямо сейчас отложу, чтобы вот нанести здесь и сейчас. Или я не знаю. Ну, зачем я их покупаю, если я ими не пользуюсь? Так, бальзамчики Bior Design. Так, по бальзамам еще тут есть что-то. Да, вот Bior Design зелененький. Это не интересно, это так. Bior Design беленький. Далан бальзамчик. Не знаю, тоже вот это моя мания скупить и все. Вот этот консилер от Катрис я хочу попробовать, потому что я хочу для себя определить, мне нужно ли консилеры от Essence Catrice покупать, вообще как бы как они работают. Два бустера от Paris, я думаю, это разные оттенки, оказалось одинаковые, это что-то мне напоминает мои школьные годы, когда старшеклассницы вот такими примерно пользовались. Так, далее... Не смогла пройти мимо вот такого вот шикарного красного цвета. Я понимаю, что у меня красных очень много. Тут камера не передает почему-то. Это 408 оттенок Essence. И как вы думаете, конечно же, я купила две штуки. Не я бы была, если бы не купила. Так, мимо вот этого я тоже не смогла пройти. Купила две штуки. Это Essence Algae Lip Oil. В общем-то, не знаю зачем две, но купила две. Далее, вот этот я видела у многих девчонок, я не знаю, это лимитка или нет, Essence Hardcore, в общем, такой сердечком бальзамчик или что-то, не знаю, в общем, буду пробовать. Так, далее, ну, тут у меня опять же вот девочки, я не знаю, как это происходит, в общем, три продукта от Essence. Вот таких для губ, опять же, опять три продукта от Essence, вот таких. Я просто вот скупаю, подружка для меня то же самое, как и магнит. Если захожу, то скупаю все, потому что все бюджетно, но в магните мне все больше нравится. И также вот такие, потому что в магните хотя бы вот это все в пленке. Тут Париса только была в пленке. Итак, вот такое видео. Сейчас я уберу то, что... Я убираю и я оставлю то, что я добавлю в косметичку. Итак, давайте смотреть, что оставляю. Хайлайтер. Три тенюшки Sephora.
от Catrice два продукта. Вот этот бальзамчик для губ. Также от Essence оставляю. По одной новиночке вот этой своей коллекции. Помадки, блески, консилер от Эстрады и мыло. Это то, что я оставляю на использование здесь и сейчас. Всем спасибо за просмотр. Всех целую. Всем пока.